Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон и Кэт Макс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем играть в прятки, на карте у нас замок, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Все, Димас, я пошел. Я буду за крячку играть, давай, уходи. О, блин, ты... Ты уже спалил меня, спалил. Хочется везде спрятаться, но не могу везде. Не-не-не, а кстати, тут комнаты пустые. Нет таких декораций, где там мебели, нет, ничего нет. Согласен. Просто согласен. Лысые стены, поэтому я вас быстро найду. Осталось 20 секунд, и я иду убивать. Ух ты, 20. Блин, 20, да, я очень быстрый мужик. Ну, смотря как посмотреть 20, понимаешь? Я вокруг замка от хочу оббежать. Можно? Можно, можно. Уже 15 осталось. Все, давай, погнали. Все, я побежал. Крячка начала искать. Самое интересное впереди. Точно, Димас, от тебя можно убегать, да? Да-да-да. Отлично, я тогда знаю, куда буду убегать. Вот, ребята, вот туда побегу я. Ну, попробую, конечно. Ну, если не получится, туда... Получится, получится. Добежать. Да ну нафиг! И ты, как ты меня спалил? Я не знаю, меня само сюда притянуло. Я тебя убил или нет? Нет. Ах ты вонючая. Как? Убежал. Я не знаю, мне просто интуитивно, даже на запись посмотришь, я просто целенаправленно пришел прям сразу сюда. Вот никуда не поворачивал. Я чё, я медом помазанный? Я не знаю, я просто знаю, как ты мыслишь. Я не знаю, почему, но я улавлю эти... Вот я знаю, когда ты идешь и куда ты будешь прятаться. Не знаю, почему, но я знаю. Уже которую серию подряд я дохожу тебя первого. Скажи, что это совпадение? Нет, ты просто выучил, Димас, меня уже. Да, я знаю психологию. А я знаю, где ты, Димас, прячешься. Нет. Знаю, я тебя тогда тоже первый нашел. Мы ж теперь это, как так вот. Просто когда я ищу какое-то место, вот чисто выбираю, что-то разглядываю, ты меня быстро находишь. А когда чисто вот так интуитивно, вот просто хоп, запрятался где-то, просто даже не думая где. Вот ты меня ищешь долго почему-то. Возьму другого аниматроника, потому что не могу тебя этим убить. Фнау, этим лефти я сейчас сразу замочу. А я иду, иду на работу в пиццерию. Или куда мы идем? Не, а я иду, иду на работу в замок. Вот так вот. Хорошо. Блин, Димон, тебя нет на крышах. Конечно нет. Я знаю, где ты. Знаешь, почему я знаю, где ты? Почему? Потому что. Почему ты не знаешь, где я? Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот где-то ты сидишь. Так, 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 ребята, надо внимательно его искать. Очень в нем. Карта очень такая прикольная, что освещение сделано факелами, и все такое желтое. Ага, непривычно. Да. Атмосферно. Да, мы такие карты еще, кстати, ни разу не искали. Не играли. Не искали. Так, здесь я был. Играл. А, в этой башке. О, иди сюда! Чего ты убежал, крысеныш? Димас, я нашел классное место. Я думаю, зрители и подписчики оценят мое местечко. Да я вас так не поймаю, вы убегаете сразу, карта очень большая. Давайте уже так сидите. Я только один раз убежал, все, я больше убегать не буду. Просто там ты реально очень быстро меня спалил. Да, это было имбово. Как, Кэт Максиха, где ты сидиха? Димась, я знаю, ты меня видел. Я тебя не увидел. Ты там, а, ты наверху был. Сейчас возвращаюсь. Я вот там под столом. Так. Мне только факелы здесь светят, мне интересно. Как-то, знаете, антуража никакого нету. Декораций нету. Что здесь? Одни факелы до стены. Грейся. Вообще, скукотень какая. Зато тепло. Ну да, погреться. Блин, не могу найти. Вы все очень сильно хорошо прячете. А вот вы здесь. Все, Дима, тебя нашел. Ты не можешь меня найти. Поверил мне? Так, ребята, все, будем стульчиком играть. А то как-то скучно сидеть и смотреть в одну точку, правильно? Давай, давай стулом летай, ищи меня. Так, а я должен тебя искать. А, и как раз ты не сможешь убежать, когда я тебя найду. Давай, ведь летай стулом. Даю. Так, а где ты? На нулевом этаже, на первом, на втором? Ну, на каком надо. А, на котором ты хочешь, да, чтобы вы поняли. Так. Ладно, ребята, ищем Димаса теперь. Прятки нас найдете.
Я смотрю, тут все двери пооткрывал, в каждую комнату. Да, я чтобы уже туда не заходить больше. Блин, вот ты. Но тут очень много дверей, как по-другому тут искать? Ну да. О, левки ж может еще и тыпыхаться, да? Слышу, да, тебя где-то сейчас? Не слышишь. Но понять не могу, где ты именно, понимаешь? Так, ну вот. Это какая-то библиотека. Это кто у нас тут, а? А, библиотека? Библиотека, говоришь, да? Библиотека, да, там... Все, иду. Там факел смешной, там никого нет. Только не знаю, где библиотека, иду интуитивно, где-то здесь. Надо мне сделать от первого лица. Тут же не одна библиотека, тут их вроде много. Во, я пришел. Во, пришел ко мне. Это я мой, вспомнил, это я где стул, она, Димас. Фух, я уже думал, как Максиху я не увижу. Диман, подсказывай, где ты, далеко или близко? Нормально. Понял. Давай, ищи. Подсказывать тебе не буду, ты так быстро меня находишь всегда. Я опытный Давай, стал. Ищи меня теперь подольше. С каждой серии мы все опытнее становимся. Нам нужно новых людей просто. Надо найти новых людей, чтобы над ними издеваться, а мы будем летать предметами и ржать. Да, это я люблю. Так, вот это Макса встретил, кстати. Я не знаю, нашел Димон быстро. Да, как? Димон, все, а теперь ищи ты. Ты бы видел. Что-то со мной не так, короче. У меня почему-то персонаж наклонно смотрит как-то. Прикинь, из-за того, что я был стулом, и ты меня убил. Я теперь смотрю как-то криво, Димас. И что делать? Я реально под углом все смотрю, короче. Так вот прям, как будто, знаешь, я чуть ли по стенам хожу. Я, короче, как будто по стенам хожу, а не... Земле, короче, я прячусь. Ты тогда быстро перезайди, пока я буду прятаться. Быстренько. Чик-чик. О. Блин, что-то не так. Сейчас, да, перезайти надо. Надо обнулить карту. О, давай я обнулю карту, может пройдет, не? Не, я перезахожу уже, все, не надо. Это когда ты меня убил, а я был за стул. Я стул немножко наклонил себя. Как бы так вот. Получилось. И ты меня убил, и в таком состоянии мой персонаж стал. Странно очень. Странно, но ладно. Сейчас быстро зайдет. Руководство. Дерьмо РП. Нормально. Так. Ну все, блин, тогда где прятаться? Иду ко входу. И все, и беру аниматроника. Тут нема где прятаться. Короче, возьму сейчас нестандартного аниматроника, которого я в основном всегда не беру. Кого я всегда в основном не беру? Так. Знаете, кого я в основном никогда не беру? Бэйби, вот кого я не беру. А она, блин, сидячая. Вот, давайте стоячую возьму. Во, смотри, какая она здоровая. У нее еще и башка открывается. Вот это страхолюдище вообще. Страшная штука. Я вижу лазеры ваши, вонючкинские. Какие лазеры? Что вы мне там подсвечиваете, а? Что за светофор? Слышишь, давай. Все. Считай до 10. И кто будет там? Не могу я до 5. Так, как говно, не свети. Кэт Макс меня там дразнит. У меня сидит там наверху и светит лазером. Все. Все, 10 секунд прошло, я пошел. Так, а я возьму предмет и буду летать. Ты не боишься, что я тебя сожру просто так? Нет. Оп. Чё так быстро? Макс, ну ты, конечно, овощ. Вообще? Прям овощная база, если честно. Хорошо, что я повыше запрятался. Хорошо, что вас ты не палил меня своим взглядом. А то это как Кэт Макс меня лазером своим светил. Так, давайте каждую закоулочку. А я вас не вижу, где вы? Я буду все по порядку исследовать, потому что я знаю тебя. Ты скажешь, я на самом верху спрятался, а в итоге в подвале. Не, даже рады, хоть дольше будет ролик длиннее будет. Давай, по очереди все. Так, давайте тут включим немножко запас. Этот. А ты, Димас, этот, ой, чё. Он меня нашел! Как так быстро? Ладно, дай перепрячусь, это я специально слабо запрятался.
Давайте вдвоем опять перепрячемся, только этот Макс там спалился. Да, сразу. Я просто очень быстро запрятался, но подождать немножко. Ну, лучше запрятаться мне. Давай, давай. Есть у меня еще одна идея. Хорошо, я слушаю. О, давайте поиграем за Боньку. Все, я запрятался. А не, поиграем за Фредди. Это мой любимый аниматроник. Фредди. Из второй части. Вообще любой Фредди мой любимый. Из любой части. Все, Димашек, давай. Так, он, конечно, медленный, но он умеет телепортироваться. Ого, быстро можно летать здесь на Shift. О, вижу покемона здесь на улице. Прощай! Странный. Да такой, ты там уже прятался, не надо прятаться в одном месте по 100 раз. Так, Димончик, куда ты пошел? Куда ты пошел? Здесь нема что делать. А, нема, да. Уходи, уходи, уходи отсюда. Уходи. Нет, не пойду никуда. А вот сюда иди. Тут, кстати, башенки еще есть. Каждую башню мне надо проверить, офигеть. Блин, сейчас полдня уйдет. Не-не-не, чуть меньше. Так, а это что за колесо? Давай ищи. Колесо. Палитель, я тебя нашел. Как ты меня нашел? А вот так, поднимись, где ты находишься. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.